Горожане жаждут изменений. Большой парк, новые дороги, зону активного отдыха хотят видеть жители Петропавловска в краевой столице. На онлайн-платформе «Чего хочет город» с каждым днем появляется все больше предложений по развитию города. Больше всего изменений ждут в сфере благоустройства. Этой теме посвятили 49% идей. Жителям Петропавловска не хватает зон для прогулок и отдыха. Они предлагают создать большой парк, чтобы снизить нагрузку на Никольскую сопку. Горожане просят строить новые дороги, проводить на улицах влажную уборку, благоустроить дворовые территории, сделать больше детских площадок. По всему городу, по мнению жителей, надо организовать современные общественные туалеты. На втором месте предложения, касающиеся сферы культуры, досуга, спорта, туризма и социальных услуг. Об этом 26% идей. Жители краевой столицы хотят, чтобы в городе появился еще один бассейн, ледовый дворец и крытый скейт-парк. Много голосов собрала идея создать зону активного отдыха в районе лыжной базы «Лесная», чтобы заниматься бегом, скандинавской ходьбой, велоспортом и гольфом. Горожане считают, что нужно развивать и культурную программу, также создавать пространство для творческих людей. Среди предложений – организовать морской музей в порту и установить новые скульптуры, в том числе в честь известной фразы «В Петропавловске-Камчатском полночь». 14% горожан предлагают улучшения в сфере природы и экологии. Некоторые обращают внимание на необходимость защищать тундровую зону. Сейчас туда приезжают на машинах, и это разрушает дёрн. 8% идей посвящены транспорту. Горожане предлагают улучшить работу автобусов, обновить парк, сделать современные остановки и создать приложение для отслеживания расписания. Многие горожане отмечают проблему с дорогой в Нагорной и ее просят заасфальтировать. Были предложения построить наземное метро и запустить паром Владивосток-Петропавловск. В сфере застройки посвятили 3% идей. Жители предлагают регулировать точечную застройку. Также горожане хотели бы видеть больше ярких фасадов. Сбор идей проводит не только для Петропавловска, но и для города Елизово. Там местные жители уже предложили провести комплексное озеленение, создать новый микрорайон около аэропорта, чтобы там были и жилые дома, и деловая зона, а также рестораны на набережной реки Авача. На платформе «Чего хочет город» можно не только оставить свою идею, но и поддержать чье-то предложение. Лидером народного голосования стала идея разработать план озеленения краевой столицы на 15 лет. Идеями по развитию Петропавловска и Елизово можно поделиться до 5 мая. Предложения определят будущий облик городов и будут использоваться экспертами при создании стратегического мастер-плана.